Эталон ЭЦ в Улан-Удэ может лишиться лицензии. Жильцы домов, где работает организация депутата Сергея Супони, сами вынесут вердикт уже в ближайшее время. Напомню, с сентября 2014 года управляющие организации, отвечающие за порядок в домах, должны работать с лицензией. Однако ее можно лишиться за предписание органа жилищного надзора, а затем по решению жильцов дома. Порядок таков: если лицензиату в течение года вынесено 2 судебных решения, то такие дома исключаются из реестра. Когда исключено более 15% домов, управляющая организация может лишиться лицензии. Шанс на дальнейшую работу есть. Для этого в течение 2 месяцев жильцы домов должны принять решение о продолжении работы с организацией. Так в ближайшее время решится судьба скандальной «Эталон ЭС». Мы направили также документы в орган местного самоуправления. Орган местного самоуправления уведомит собственников. И если собственники в течение 2 месяцев примут решение о продолжении деятельности их управляющей организации на домах, значит, данная управляющая организация также будет работать, как и дальше работала. В этой связи все-таки возрастает роль именно советов домов. Именно советы домов должны принимать решения и выносить на общее собрание вопросы по продолжению деятельности управления домами их лицензиатом. Ирина Ахандаева отметила, управляющие организации после введения лицензирования стали внимательнее реагировать на обращения граждан. И если ими допущены нарушения, они снимаются уже в ходе рассмотрения обращения.